Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим ватрушки с творогом. Для этого в миску раскрошите дрожжи. Я использовал свежие. Добавляем сахар из общей нормы, примерно чайную ложку. Вливаем кефир, теплый или ряженку, и перемешиваем. Всыпаем муку, также из общей нормы. Перемешиваем и оставляем опару подходить на 15-20 минут. Она должна хорошо увеличиться в размере. Осаживаем ее. И в чаше миксера смешиваем яйца, оставшийся сахар, соль и перемешиваем. Далее добавляем подошедшую опару и перемешиваем. И теперь всыпаем по чуть-чуть муку и замешиваем тесто. В конце вливаем растительное масло и продолжаем замес теста. Выкладываем его в чашу, смазанную растительным маслом, и оставляем для подъема. Затем его обминаем и выкладываем на рабочую поверхность и делим на необходимое количество кусочков. Каждый кусочек теста округляем к центру, подкатываем. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и слегка каждый кусочек приплющиваем. Накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут. А пока приготовим начинку. Смешиваю творог, добавляю яйцо, сахар. Перемешиваем, и начинка готова. Теперь формуем наши ватрушки. Дном стакана, я его смазала растительным маслом, делаем углубление. Бортики смазываем смесью из яйца и небольшого количества молока. В середину выкладываем начинку и убираем выпекаться при 180 градусах до румяного цвета. Наши ватрушки с творогом готовы. Всем желаю приятного аппетита!